Слушаю, Бора. Куда ты пропала? Чего ты хочешь? Мои комиссионные, конечно. А почему ты не попросишь деньги у любовницы? Значит, ты узнала. Очень скоро Саваш тоже узнает. Будь осторожна. Если что-то подобное случится, у тебя тоже будут проблемы, не забывай. А я здесь при чем? Все думают, что только я мошенник. Но не забывай, что мы бывшие партнеры. На каждом договоре фирмы есть и твоя подпись. Или ты забыла об этом? Не доставай меня, Бора. Оставь в покое. Это ты оставь меня в покое, и у тебя не будет проблем.